Наверное, самый тяжелый бомбардировщик в мире, который это наши Русланы. Да, я теперь понимаю, почему вы отцу люди шли. Заправку выполняете. Красиво, да, особенно на светлом небе. Да. Вы как-то сверхзвуковые полетели. Офигеть. Парада надо выйти во двор, хотя смотреть на это все. Сейчас сверхзвуковее, сверхзвуковее. Спасибо, ребята, что развернулись у нас тут. Да. Сейчас у нас слишком далеко.